5 seconds remaining. Ну что ж, возвращаемся на матч Prize Na'Vi 1-0. Na'Vi довольно-таки легко переиграли Prize в первой игре. И вторая игра сейчас будет на ваших экранах. Пока что посмотрим на сеточку. Как вы видите, Adefi, NEM, Stark, Team Spirit и Danish Beers уже выбыли из соревнований. Пара четвертьфиналистов Pro Dota Fantastic Five, Cookies NLG. Ну и, собственно говоря, вторая половина сетки как раз матчем Na'Vi. И начинается Na'Vi против Prize. 1-0 Na'Vi впереди. Победитель сыграет с победителем Arcade против Team Elements. Довольно тяжелый противник ждет во втором раунде эти команды. Ну и давайте посмотрим на пик. А вот, собственно, этот пик, как видите. И что же мы здесь видим? Мы здесь видим от Na'Vi Чена и Вингу, ту самую комбинацию. Опять у нас на этот раз Тини и Оракул в бане. Висп, Тускар банят игроки. Na'Vi, Чен, Винга, дабл пик. И хороший пик Operation удается сделать Прайс и пик Шадоу Шамана. Тем самым у Na'Vi получается не совсем приятная такая игра с Ченом. Тяжело им будет отхиливать. И плюс ко всему есть некий сплит-пуш у Прайс в виде Шадоу Шамана. Пока им будут ломать одну сторону, Шадоу Шаман может со своими змейками ломать потихоньку другую. Есть также инвокер, который также сможет сплитпушить, если это квас экзортовый инвокер. Ну и аппарат. И аппарат, который будет усложнять задачу Na'Vi. Вообще, Na'Vi забирают все пака, необычный выбор. Но мы все ждали, конечно же, когда он вернется в доту. Его несколько апали, последние несколько патчей, но особых изменений он не претерпел в 6.86, относительно 6.85. Ну и посмотрим, как с паком сыграют Na'Vi. Такая довольно-таки старая добрая комбинация, можно сказать. Пак, Винга, Чен. Забирают Шейкера, скорее всего, на хард. И остается им еще один саппорт. Хотя Шейкера могут всегда поставить саппортировать. Прайс, в свою очередь, берут Сенкинга. Очень мне нравится то, что делает Прайс. Вот просто пока... Ну, в теории все это должно выглядеть так. Инвокер пушит там, допустим, мид. Пока им пушат вверх. Шадоу Шаман может быть где-то там снизу. Или помогать инвокеру. Operation с Сенкингом, когда начинается драка, если все-таки решают принять, закидывают свои ультимейты. Operation кидает Ice Blast, Сенкинг раскастовывает эпицентр. Все крипы Чена умирают, все сумоны умирают. Очень много дэмэджа получают игроки Na'Vi. И пушить такое, конечно, крайне тяжело. Плюс ко всему, сейчас с Shadow Shaman и Operation они имеют возможность взять третьего героя, поставить сильную триплу и мешать Винге в начале. Сенкинг очень хорошо стоит один на один с раскачанным ядом. Вот, собственно, антимаг забанили Na'Vi, потому что... Ну да, могли Сенкинга отправить на хард, и антимаг тогда бы очень неплохо себя чувствовал. Тоже дополнительный сплит-пуш. У Прайса вообще побольше шансов во второй игре. Пик у них неплох. Но, с другой стороны, конечно, Na'Vi могут просто все это задавить, и ничего интересного мы не увидим. Все посмотрели.
ничего интересного, никаких интересных новостей. Собственно, да, для тех, кто пропустил, Нави играют сегодня без Артстайла, Shadow Vex вместо него. И, в общем-то, Новый год, пора наряжать елки. Где Иван, мы не знаем. А команда Price поступила информация, что это бывший Team Bad English. И это же нам говорит, знаете, о чем? Да ни о чем, собственно, нам это не говорит. Team Bad English тоже не особо известный тег. Ну и играют пока что они крайне посредственно. Нави их просто уничтожают. Ну что, 30 секунд, последний пик Нави, кто же это будет? Нужен им еще один саппорт. Скорее всего, Квинген онлайн. О, они решили вот так вот. Они взяли Вингу, саппорт. И добавили себе Ликана ластпиком. Да, останавливать это будет очень тяжело. Но тем лучше то, что есть Цинкинг, то, что есть Operation. Можно будет бороться. Если будет получаться отбиваться вот от этого кулака, просто хотя бы за счет Сенкинга и аппарата, может получиться. Потому что Ликан будет фармить Некра. У Чена будет 4 крипа. Страшные вещи. Да, очень, конечно, интересный будет у нас пуш от Нави. Ну, игра может закончиться за 15 минут вообще. Если у Нави все получится. Если они хорошо отстоят линии с таким пушем, пиком. Тут просто нечем отбиваться. Аппарат может поздно получить 6-й. Сенкинг не нафармит свой блинк и все. И инвокеру, наверное, все-таки лучше пойти в Квасвекс. Чтобы хоть как-то кидать свои торнадо EMP и дополнительно еще отспамливать. Ой, как жадно. Ой, как жадно играют Прайс. Опять же, зато если получится, Эмбер Спирит с БФчиком, ну, не оставит здесь шансов. Его ловить могут Пак, его ловить может Шейкер. Но потенциал, конечно, у пика Прайс огромный. Если они отобьются, Эмбер Спирит против кучи сумонов, Сен Кинг, аппарат. Это все должно работать. Но отбиться будет непросто. Очень непросто. Как минимум, нужно хорошо стоять линии в начале. Ну что, поехали. Давайте по составам. ПВН играет на Сенкинге, Гига Шадоу Шаман, Гидрокс играет на Эмбер Спирите, Джастис на Инвокере и Зенегата играет на Эншент Оперейшене. У Нави Санейка будет играть на Винге, Дэнди на Паке, Шадоуэх на Чене, Дитяра на Ликане и Ахмо на Шейкере. Идут на руну, здесь у них Шейкер. Шейкер будет стараться блочить крипов. Немножко дальше теперь встречаются крипы, конечно, для хардлайнера. Но, с другой стороны, для Шейкера и его фиссуры это никогда не было особо большой проблемой. Успели поставить варды. Хороший вард ставят Нави на линию, чтобы видеть какие-то подключения. Чтобы можно было оставить... Точнее, прайс. Чтобы можно было оставить своего кэрри, не бояться, что к нему кто-то придет на халяву. Интересный вард стоит у Нави, видит эншентов, видит... Кстати говоря, видит даже руну, по-моему. Да, так и есть, видит ее. И еще один сверху. Сенкинг попытается подворовать. Кстати говоря, можно было бы вкачать песок, сесть, но песок длится на первом левеле всего-навсего 20 секунд, по-моему. Да, можно его переждать. И хороший вард стоит здесь у Нави, также, чтобы также у них все было хорошо на этой линии.
Шейкер начинает уже с легкого бодиблока. Есть у него сапожок. Бодиблок и фиссура-блок. По максимуму старается заблочить, понимает, что нужно как можно ближе, чтобы встретились крипы. Но посмотрите здесь, насколько же теперь далеко они встречаются. То, что несмотря на фиссуру, крипы встретились только лишь здесь. И Operation имеет возможность погонять очень неплохо Шейкера, не подпустить его к XP. Да, Шейкер пытается фармить. И пошел Хауль. Ой-ой-ой, ой, как больно Сенкингу. Кажется, это была ошибка. Винга пытается надамажить, но Сенкинг уходит. Еще один станчик, Санейка! Санейка был близок. Да, еще бы один станчик, и Сенкинг умер. Но Сенкинг за счет сапога выживает. Разводит на центре, все у него хорошо. За счет Хауля, конечно, будет Нави иметь преимущество. Будут иметь преимущество на лайнах. Там тот же пак. Будет стараться добивать. Но против него стоит инвокер, у которого алакрити и... Также непросто. Хотя пока что Дэнди 7-1. Очень уверенно себя чувствует. 7-1 против инвокера 2-0. Вот так вот. Ну и Чен. Чен пока что сосредоточился на фарме. Делает стаки. Возможно, потом с совухом их зафармит. Тем временем Сенкинг забирает себе второй левел. Есть у него уже первый станчик. Да, здесь... Зафармил он сатира, зафармил крипов, очень много золота получил. Да и экспы тоже немало. Поделил опыт только с Вингой. Обычно вот в таких ситуациях два саппорта мешают и забирают две трети экспириенса себе. Но здесь Сенкинг вынужден отдать часть. Так, шадовых забрал ДД. Ой-ой-ой, Сенкинг. Ну, нет, не пойдут, конечно, они здесь в атаку. Инвокер разминает потихонечку пака. Пока что инвокер очень сильно проигрывает. Это большая проблема, потому что они стоят честно, один на один. И, ну, во многих ситуациях, в общем-то, инвокер мог бы как-то зарекавериться. Или, ну, герой, который стоит на миде, мог бы как-то зарекавериться, уйти в лес или просто затерпеть. Но инвокер — это герой, которому нужно хорошо ставить свою линию. Более того, у него такая линия, которую можно ставить хорошо. Шаман не находит шейкера. А что же мы видим? Мы видим, что он очень сильно проседает. И как же пак его надамаживает с Хавлем? Фэри Файр проедает. Алакрити, ветерки не достают. Ветерки коротковат. Рейндж оказался всего лишь навсего первый векс. В итоге инвокер остается без маны. И пак за счет ботла здесь уже продолжает отхиливаться. Инвокеру срочно нужен какой-то себе хил. Или что-нибудь. Но вот он за счет второго кваза пытается нарегенить. 7,2 реген. Это, конечно, неплохо. Но не панацея. Сенкинг берет третий левел наверху тем временем. Сенкингу очень нужно себе вкачать второй песок. Я думаю, он это и сделает. Ой, ошибка. И First Blood. Санейка забирает на ровном месте Сенкинга, у которого был подкоп. Я думаю, вкачает себе песок. Просто потому, что песок на втором левеле длится 40 секунд. Его можно кастовать очень долго. Стоит меньше маны, но нет. Он забирает кастик в финале. Очень необычный выбор. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас по крипстатам. Ликан имеет топовый крипстат, наравне с Ченом. Пак отстает совсем немного. Эмбер Спирит тоже примерно такие же числа имеет. Но вот инвокер вдвое отстает. И это уже большое преимущество. Сенкинг нафидел. Хотя по XP вроде как у него даже получше, чем у Шейкера ситуация. Шейкер 2. Да, Сенкинг на левел с лишним опережает. Но Сенкинг здесь немножко тащит, несмотря на то, что он First Blood отдал. Он, ну и возможности у него, прямо скажем, побольше. Сейчас очень опасный выход может быть. Идет Чен, Венга. Дэмэджа у них много, но встревает Шейкер. Шейкеру не дают скастовать фиссуру. Уже минус один, попытаются разменяться. Бьют Эмбера всей деревни. Минус Эмбер. Последняя тычка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну добить! Ну как же так? Дали ему отхилиться. В итоге Эмбер выживает. Еще и забирает Венгу. Чен, конечно, минусует Эмбера. Должен забирать Шадоу Шамана. Да, минус Shadow Shaman, Шейкер здесь его настигает, но как сейчас не добили Эмбер Спирита, это уму непостижимо. Парейшн забирает еще одного крипа. Да, и в итоге Fight Recap, ну, не такой хороший для Нави. Да, не убили Эмбер Спирита, но это перетяжка Чена была. Плюс ко всему отдали Вингу, отдали одного крипа Ченовского. Ну и все же
Результат для них неплохой. Санкинг сейчас заберут его волки. Вот, собственно говоря, кусает волк. Крипл. И Санейка забирает еще один килл. Да, Санкинг что-то у нас вообще пошел в тотальный фит какой-то. Чен остался во вражеских лесах, продолжает фармить. Ну вот уже видно, насколько тяжелая ситуация, насколько жестко нужно терпеть. Посмотрите на игру. Из-за того, что инвокер проиграл мид, теперь у него все очень плохо. Здесь еще и Чен ловит Shadow Шамана. Shadow Шаман засейвил сейчас инвокера, можно сказать. Если бы не Шаман, инвокер бы погибал. Ну и, кстати говоря, Сенкинг. Сенкинг перетянулся. Нужно было давать станчик, по-моему. А, он увидел, что много, да, много врагов. Решает отступить. Тоже верное решение. Начинают потихоньку разводить. Но приходится впятером обороняться на своей половине карты, в то время как Ликану никто не мешает фармить, пушить товара. И здесь, конечно, не очень приятная ситуация. Чен. Чен встревает. Молния. Сеткой можно сбить. Да, и все хорошо. Уходит с волками. С крипами. Волк тем временем пушит топ. Ну и на миде, прикрывая пака, стоит тут Винга. Интересно, что ауру не стал брать даже на единичку. Ну или Ликан спушил тавер. В соло. Абсолютно. Эмбер Спирит, меньше стой левел, наконец-то, но, конечно, ему еще разгоняться и разгоняться. Вот мне очень интересно, в какую стратегию пойдет Эмбер. По-моему, здесь только один вариант. Вот сейчас просто брать и идти гангать. Потому что до выхода Нави зафармить себе БФ или какие-то там травела, я не знаю, что он хочет. Но у травела, может быть, успеет, но БФ точно нет. А БФ нужен, без БФа здесь не отбиться. Единственная возможность — это пойти самому в атаку, немножко задержать им тайминг, наубивать игроков Нави, и после чего уже самому, собственно говоря, так. Тем временем нападение на Шейкера. Но Сайленс очень неплохой. Потратил почти все ремнанты. Уль Чена очень вовремя, и Эмбер Спирита забирают. Ну, собственно, вот эта перетяжка была очень критичная. Тем временем еще и нападение. Санейка еле живой, его тоже подсейвил Уль Чена. Санейка выживает, падает сверху Operation, падает Сенкинг. Это минус 4. Ну, в принципе, можно писать ГГ, по-моему, потому что в такой ситуации отбиться крайне тяжело. И без того тяжелая ситуация, но просто несколько героев умирают. И сейчас, как они собираются останавливать пуш Чена, я не совсем понимаю. Ликан будет с Владмером скоро. Ну, ему, конечно, не крачи нужны. Восьмая минута, еще рановато. Еще рановато для такого пуша. Но Нави, в принципе, могут успокоиться. Им сейчас главное не потерять много героев на каких-то гангах, если будут такие отправиться. Просто фармить свои арты. Никуда не торопиться. Когда они зафармят свои арты, выйти с третьими некрами, с четырьмя крипами Чена, с паком с блинком, с шейкером, возможно, с блинком, и разорвать. Шейкер, кстати, купил себе арканы. Может быть, сделает линзу. Ну, сейчас на блинк, естественно, копит. Выходит. О, спалил шаманчик-то. А шаманчик-то без ТП. Шаманчик бежит, 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 бежит. Бежит шаманчик, бежит. Находит он Вингу. Есть ТП, но ТП уже делать поздновато. Лети домой. А, шаманчика забирают. В этот момент на миде пытаются подпушить. Ликан в инвизе. Летит сюда пак. Пак связывает его. Очень больно паку. Пак успевает уйти. Пак дает сайленс. Пака забирают в размен на Operation. Ликан есть, но у него нету маны. И это ошибка. Очень хороший размен удается. Ну, пожадничали Нави. Зачем было так лететь агрессивно? Уже как-то почувствовали вкус крови, что ли? Шейкер накрывает очень жестко инвокера. Здесь же Shadow Шаман. Привязывают Ликана. Шейкер идет дальше. Скоро будет фиссур. Ликан бежит за Шаманом. Террор съедает Ликан еще одного. Трипл килл в итоге делает у нас Дитяра. Ну да, Дитяра здесь разрулил ситуацию. Казалось бы, размен очень плохой, но забирают инвокера, забирают Шамана. Уже размен становится не очень плохой. И Шаман все еще имеет 4-й левел. Operation все еще не получил 6-й. Сенкингу до блинка очень далеко. То есть отпушивать, каких-то вообще шансов на этот отпуш они не имеют. Влетает Сенкинг, получает станчик, Эмбер Спирит.
цепляет Ликана. Шейкер тем временем уже забрал Апарейшена. Ликан жив, ульт очень вовремя подхиливает. Инвокер поднимает в воздух двоих. Ликана, скорее всего, заберут. Да, забирают Ликана в размен на Санкинга. Должен умирать Шейкер. Шейкер забирает со стриком. Очень неплохо. Цепляет также Вингу. На развороте очень больно Эмберспириту. Эмберспирит... Да, подурный, скорее всего, погибнет. Волк кусает его, сбивает ботл. Еще один заряд урны. Живет Эмберспирит на лоу хп. Инвокер также все еще жив. Просто перестоял ультимейт пака. Идет дальше. Есть ветерки. Вместо этого кастует инвиз и убегает. Да, хорошо сыграно. Сумасшедший размен. И Прайс, кстати говоря, его выигрывают. Да, довольно уверенно. Но общее отставание у них сохраняется в 7500. Что у нас? Ликан почти зафармил первых некров. Пак еще далековато от блинка. Но у Чена появилась мека. Вот оно. Еще одно усиление. Заходит на Рошана. Инвокер прямо из-под носа забирает хасту. Но он не даст забрать Рошана. Он будет вот так вот пугать. Хорошая игра. Подходит сюда Винга. Ставит центр. Инвокер уже нельзя палиться. Тем временем Эмберспирит преследует Пака. Пак здесь уходит. Продолжают забирать Рошана. Уже отогнали инвокера. Кстати, нормально он так получил дэмэджа. Да, его тут и просветили, и все что угодно с ним сделали. Санкинг, кстати говоря, может успеть нафармить блинк. Немножко тяжелая ситуация для Санкинга. Вот этот блинк только лишь. Потому что маны у него, конечно, маловато. И ему хватит на проказ, после чего ему нужно будет идти домой. Ну, Пак ловит двоих. Какая игра от Дэнди. Инвокера забирают. Санкинга сейчас тоже заберут. Лол. Да, если бы подошел вплотную и дал ульт, Санкинг бы, наверное, не улетел никуда. Очень важно было забрать именно Санкинга. У него блинк очень скоро, у него остается буквально 200 монет. Эмберспирит покупает травела. Но кольцо постепенно сдавливается. Сдавливается на шее у Прайс. Все тяжелее им. Все больше разрыв. Шейкер уже с блинком. Шейкер сейчас может запрыгнуть на Эмбера. Да, так и сделает. Бах, бах, бах. Хороший фраг. Шейкер с блинком. Пак почти с блинком. Находит крипов Чена. Шаман ловит стан. Еще один стан не дает сделать Санкинг. Хорошая игра. Хадуки на сатиров. Да, конечно, не самое веселое занятие. Я понимаю, что болельщикам, наверное, оно очень круто, но на самом деле не самое веселое занятие смотреть, как команда Прайс 13 минут медленно, но верно умирает. Я жду хоть какого-то ответа достойного. Винга покупает аркан, это для линзы, естественно. Шейкер остался с арканцами, не будет делать пока что линзу. Да я вообще думаю, что может быть и не будет делать линзу. Да, Санкинг попадает под ветерок. Все, не дадут здесь ничего сделать. Кстати, отличное оружие этот ветерок против блинка. Появляются также первые некра. У Ликана все еще есть Аегис. И у Пака блинк, да. Ну и что, Нави сейчас будут собирать тир 2 бегать. Нужно бежать сплитить куда-то. Срочно, просто срочно инвокеру бежать сплитить. Сплитить также Эмберспириту с тревелами его несчастными. Синкин, кстати, не палит свой блинк. Посмотрите-ка. Где он вообще есть? Ага, выложил его. Типа не палит блинк. Как будто бы его нету. Ну, действительно, Нави тяжело понять, есть ли там блинк или нет. Аппарат, кстати говоря, получил 6-й. А вот шаман нет. Очень хорошо его подождали, довольно читаемая ситуация, что шаман сюда пойдет немножко понаглеть. Просто потому, что если его заберут, это не будет такой большой потерей. Но, тем не менее, его забирают. Это не такая большая потеря, и все же. Летает ульт Апарейшена. Шейкер закрывает инвокера. Инвокера цепляют. Инвокера убивают. Да, инвокер забирает пак, он не выдержал, разорвал. Санкинг неплохо раскастовывается, но мека ульчена все отхиливается. Ну, нужно одновременно все делать. Ну что, 15 минут ГГ. Я вам обещал.
15 минут ГГ, если у Нави все будет хорошо. И вот он, собственно говоря, 15 минут ГГ. Эмбер Спирит там, конечно, что-то пытается сделать, но вы посмотрите на это все. Как вообще тут что-то реально против такого пуша сделать? Непонятно. Слишком жадно сыграли Прайс. Может быть, если бы они отставили в разы лучше линию, у них бы что-то получилось. Но вот конкретно с такой игрой кажется, что нет. Чикан там третий некра себе успел только-только купить. Но хватило, в общем-то, и первого. 2-0. Нави обыгрывают Прайс. Довольно-таки неплохо они сыграли. Честно говоря, с таким соперником я даже особо каких-то ошибок у Нави не увидел. Да и Нави были хороши, стоит отметить. То есть, так уж... Я загнобил прямо Прайс, но Нави действительно все сделали очень здорово. Вот прямо по полочкам разложили две игры. Собственно, счет у нас 2-0. На этом эта встреча заканчивается. И нам остается всего лишь навсего ждать 2,5 часа до того, как скрины компания, они же Elements Pro Gaming, будут играть с Arcade Esports. Это будет интереснейший матч, потому что составы у коллективов огонь. Игру они показывают неплохую. И после вылета Team Spirit, по моему мнению, Elements Pro Gaming вообще главный фаворит данного турнира. Но посмотрим, удастся ли им это подтвердить. После полуторачасовой паузы мы вернемся и будем смотреть вторую игру сегодняшнего матча. А пока что уходим на длительный перерыв.